В республике продолжается экологический месячник. На уборку дворов и улиц выходят как отдельные горожане, так и трудовые коллективы. Сотрудники национального телевидения сегодня тоже взяли за лопаты. Как прошел наш телесубботник, похвалимся прямо сейчас. Вместо микрофонов и камер инструменты ударного труда – лопаты, грабли и метелки. На уборку территории отправился настоящий десант сотрудников ТВ. Работа – непочатый край. Растаявший снег обнажил горы мусора. Меньше чем за час заполнилось более 10 пакетов. Я люблю чистоту и порядок. Дома у меня идеальная чистота. Поэтому хочется, чтобы на рабочем месте тоже все было красиво и аккуратно. Сегодня вышли на субботник. Настроение отличное. Во-первых, работа объединяет, и каждый год, когда мы выходим на такие подобные мероприятия, на душе становится легче, приятнее и чище. Кто-то убирал мусор, кто-то раскидывал под солнце еще не растаявший снег. Свои роли на субботнике были у каждого. Вот, Толь, молодец, хорошо, подмени Катю. Свет, осторожно неси, тяжело, наверное. Свете Аликимовой действительно было тяжело. До мусорного бачка она доволокла огромный мешок. Есть женщины в русских селениях. Это выражение как нельзя лучше подходит для наших очаровательных сотрудниц. На работу не жаловался никто. Им хлеба не надо, субботник давай. По утрам убираться клево, реально. Зарядка очень клево, просыпаешься. Бодрячок такой и заряд энергии на весь день. После телесубботника двор Национальной библиотеки буквально засверкал. На радость читателям и зрителям. Вот этими руками я собрал 2 КАМАЗа сухих веток. Были вывезены нами Национальным телевидением Чувашии. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика.